Ну вот, идет загрузка моего видео на канале YouTube. Видео называется «Электронные часы для дома». Ну да. Проверяем всю информацию, которая здесь есть на YouTube, которую я поставил. Значит, заработаем бабки, расширенные настройки. Здесь электронный адрес моего расположения видео находится. Здесь дата записи. Так, все галочки стоят, коммерческий плафон не надо, это. Так, нам ничего больше не надо, основная информация. Так, сижу возле дома. Так, часы, теги нам. Теги нам не показал, почему-то компьютер. Так. Ну так, в принципе, это мой канал. Вот значочки есть, такое небольшое расположение в Google я показал. Facebook, ну, он мне пароль затребует, я забыл пароль. Вот, там Одноклассники, ВКонтакте еще надо будет поставить. Вот, так, менеджер идет, нам не надо, все. Так, это крутится вверх шар голубой, вот этот у нас сейчас покажет значок. Ну, вот такое мое рабочее место, правда, есть еще одно рабочее место. Вот здесь вот системник работает, тут жесткарь, флешка торчит. Ну, в принципе, вот мое рабочее место, такое вот. Тут телевизор, правда, смотрю YouTube на таком телевизоре. Здесь это все шланги, растяжки, всякие провода. Вот это. Ну ладно, всем пока.